не совсем добрая. Первый день школы. Джульетта уже в школе сама, с подружкой. Я ее не видела, не знаю, ничего. В общем, самостоятельность зашкаливает. Со мной Габриэл и Скарлетт. Треничка. Первый день школы. Она в школу не идет. Так как у нас было не только не очень доброе утро, но и не добрый вечер. То есть, не добрая ночь. Все было отлично. Она гуляла, как ни в чем не бывало. Вчера целый день. Активность такая. Они даже со Скарлетт никак заснуть не могли, потому что они все болтали о школе, как она возбуждена и все такое. И я это самое ее взяла, чтобы она перестала, чтобы они перестали болтать, я ее взяла с собой в кресло, и она давай сопеть носом. И, короче, у нее сопли. И она у нас такая девочка очень чувствительная. В общем, у нее страдала она целую ночь, она не могла заснуть. Каждый раз я ложу ее в ее кровать, она не могла дышать. В общем, я бегала, сидела в кресле ночь с ней, чтобы она могла дышать вот так прямо, да. И когда малой просыпался, я ее оставляла в кресле, бежала в кровать к себе, потому что он в моей комнате спит. Брала его с его кроватки, пересыпала в моей кровати, ложила в его кроватку и потом бежала опять к Тринити. В общем, ночь супер. Супер ночь была. Я думала, может, все-таки она утром взбодриться. Ну ладно, думаю, ну сопли, сопли. Потому что у меня это Джашик тоже так соплями был, но он в течение дня был хорошо себя вел, в хорошем настроении. А у нее кашель такой еще, знаете, какой-то такой скрипящий. Так, елки-палки. В общем, она сейчас в слезах и губной помаде. Ну, блин, это у меня первый раз с 5 детьми. Это у меня первый раз, что мы пропускаем первый день школы. Мне так жалко ее, так обидно, блин. Это ж надо. Спасибо, папа. Он все думает, что это аллергия. Я не знаю. Мне кажется, что у него был какой-то вирус, и он поделился со всеми нами. Потому что Габриэл тоже покашливает, но так как он взрослый, он все равно идет. Скарлетт тоже покашливает. Джульетта чихала до этого. Ну, короче, все что-то подхватили. Ну, я броневая. Я ничего не подхватываю. У меня нету таких привилегий подхватывать. Если даже подхватываю, ясное дело, что не могу отлеживаться, как некоторые. Ладно. Едем в школу. С первым днем школы нас. Так, Габриэла сбрасываю. I don't know what time it is, but I guess we'll just go there. Actually, no, all my friends are gone. Bye. У него первые уроки атлетика. Так что ему надо в спортивный зал. А я со Скарлетт зайду вовнутрь. А у старших детей нет ничего такого, никакой линейки, никакого первого звонка, этого нет в Америке. Я не знаю, может, у кого-то есть, у нас нет. Для младших детей обычно есть небольшая линейка для киндергартена точно. Ой, блин, я так расстроена за Триничку. Блин, она такая расстроенная была. И говорит, дьявол слишком сильный, что это он типа ее сделал больной. Я говорю, нет, он не сильный, мы победим, дорогая. Ой, лялечек. Ладно, сейчас я Скарлетт сброшу, пойду вместе с ней. Взяла я матрасик этот самый Тринички, на котором они будут спать. В общем, отдам учительнице, чтобы ей в следующий раз не нести. Не знаю, когда она все-таки пойдет в школу, будет ли это
завтра или будет это уже на следующей неделе. Я думаю, скорее всего, будет на следующей неделе. Потому что идем вовнутрь. Сталюша. Очень жду. So right here is our first grade team. We have Mrs. Mather. She's great. All right, I am so excited to be back at school. I don't know about you. Parents, I know you're very excited. I saw a lot of tears out there. I don't know if that's tears of joy, tears of pain to see them go. When they're growing up. Все, меня не видно. В общем, матрасик учительница не взяла, Тринитина. Сказала, принесите завтра или когда она там придет в школу. Все, иду домой, такое ощущение, что прошлый год. Потом же у меня опять будет двое младших. Ну, плюс еще Анжелика дома будет. Но она с утра хочет поехать все-таки к Рике, отвезти ему его кошелек. И работать она будет вечером. Ну, я говорю, это у меня самый первый раз так, что ребенок заболел и не пошел в самый свой первый день. Ёлки-палки, утреннюшечко, Лёлечко. Ладно, пошла отпускать папу на работу. Что делаем? Ты с ланчем Тринички находишь? Я же ее запаковала ланчи, я все-таки ее хотела отсылать в школу. Я бы ее отослала, но папа сказал нет. Тринька. Она уже, настроение немного улучшивается. Ну, видите, по глазкам видно, что не очень она еще. Надеюсь, может, завтра будет лучше. Мы надеемся, да. К нам пришел Рики. Покушать завтрак. Анжелика к нему не ездила. Он перед работой к нам заехал. Я сделала панкейки и бекон. Say hi. Вот такая. Вот такой у нас первый день школы. Не в школе. Уклала спать. Вторая сразу на маму залезла. Не так я себе представляла первый день школы. Не так. Все, Лешка. Ладно, пойду гамбургер готовить для Анжелики. Она с 4 сегодня на работе. Так что, да. Жара, какая жара. Ужас. Сейчас показывает 102, но это неправильно. О боже, смотрите, я аж запотела. Что такое? Капец. Ну, я не поняла. Вторая попытка. Не знаю. Что-то потеет. Ладно, я еду за детьми. Очень. Уже 99 показывает. Ну, короче, сейчас она спустится. Ну, 90 с чем-то это точно. Руль горячий, зараза аж. Больно держать. Еду за детьми. Дело в том, что... У меня малыш заснул, Тринька не в самой лучшей форме, чтобы вытаскивать. И Анжелика, по идее, должна была на работе в 5.30, ей позвонили, поменяли на 4. И, в общем, она такая любитель, чтобы быть там рано. Говорит, мама, я не могу оставаться. Ну, короче, я позвонила маме, говорю, мама, ты мне нужна сейчас. Короче, с бухты-барахты кинула маме на голову это. Так что я надеюсь, пока мама придет, потому что Вика может уехать, а там уже и мы подъедем. И, в общем, и разберемся вот так. В общем, еду. Я со старшими детьми не договаривалась насчет этого самого. Насчет того, чтобы они забрали Скарлетт.
Может догадаются, может не догадаются. Я каждому из них дала вот это. У нас есть такие бирочки. Если у вас они есть, то вы можете забирать ребенка там с нашим именем. Специальная бирка каждый год выдают. Короче, поеду, разберемся на месте. Едем. Ну что, пришла я забирать. Скарлетт и Скарлетт там нету, Джульетту я же забрала. И оказывается, знаете, как Анжелика в прошлом году была помощником у учителей начальной школы. Джульетта помощница в этом году тоже записалась на это. И она помощница в классе Скарлетт. Так что вау! Это самое, потому что она говорит, Джульетта ее забрала, говорит, она наша помощница, она может забирать ее теперь без проблем. Я так, окей, ну короче, пошла я искать. Обычно мы с другой стороны встречаемся. Я говорю, вы знаете, я даже ее утром не видела, мы ничего не договаривались, и я даже не знала, что, как, что и как. Так что ладно, иду я искать своих детей. Вот наша выпускница. А, Kitty Cat. Кошечка. Hi. И где наш Габриэл? Габриэл, where are you? И Габриэл. It makes me so mad seeing all these juniors driving around. Like, just give me your car already. Oh my goodness. Yay. Me too. I'm so excited for all the juniors driving around, so I can't get out of here. Oh, moms, whatever. Whatever, driving. В общем, забрала я их. Джульетта так расстроилась за Триничку нашу сладкую. Я спросила насчет, как там встреча рассвета прошла. Она говорит, ничего так неплохо. Говорит, там кто-то тихо играл на гитаре, пел песни. Кто-то принес пончики, мы кушали. Говорит, рассвет был очень красивый. И, говорит, все хорошо прошло. Так что я рада, что она все-таки попала на него. Говорит, что все классы ей понравились, кроме анатомии. Она даже учителя не встретила. Там другой учитель, которого она знает. И ей она нравится, эта учительница. Но, говорит, у нее все ученики в этом классе. На класс ее младше, на год ее младше. Говорит, все такие тупые пацаны, как она их назвала. В общем, говорит, я не смогу вынести это целый год. Я говорю, ничего, вынесешь. Так что едем домой спасать бабушку или Анжелику кого-то. Одного из них. Ладно, едем. Я фоточку сделала их, но без Тринички. Танюшечка все так же как-то, как не очень. То бывают у нее пробелы, что она играется, а так она в основном вот так сидит, смотрит телевизор. И да. Друзья, приколы продолжаются. Мы пришли домой, мама была, Анжелика уже уехала. Я маму сразу отпустила, и прикиньте, мама ушла, и через некоторое время, когда еще мама была, Тринка попросила молока, я дала молоко. И, в общем, через некоторое время после того, как мама ушла, Тринка вырвала. Ёлки-палки. Ну, мы завтра точно в школу не идем. Я ее искупала, сейчас она как будто в лучшем настроении. Но не дай бог это начнет переходить друг на друга. Я надеялась, что это аллергия, а не рвота. В общем, пожелайте нам удачи. Ну что, я больше не снимала, как понимаете, у нас такой интересный день. Но после того, как Триня вырвала ее, искупала, и у нее настроение было намного лучше. Она съела тарелку макарон, и после этого все нормально. Но она до сих пор кашляет и все такое. Так что, не знаю, навряд ли она пойдет завтра в школу. Посмотрим, конечно. Не знаю, от чего она вырвала, даже понятия не имею. Либо она выпила молоко так быстро, или что, или подавилась соплями. Фиг его знает. Я говорю, себя чувствует сейчас нормально. Ну а с вами я буду прощаться. Огромное спасибо за просмотр, вашу поддержку, комментарии, лайки, подписку и просмотр рекламы.
Олечка, моя одноклассница с параллельного класса, с годовщиной тебя и мужа. Теперь уже все начали, ой, я хочу поздравления, я хочу. А почему мне поздравления не было? Ну так получилось. И теперь, перед тем, как попрощаться, то есть я уже попрощалась, но перед тем, как выключать, предлагаю вам просмотр Джульетта с ее фотографией с киндергартена и ее последний первый день школы. Bye.